Всех приветствую на канале 99 Level, с вами Андрей. Друзья, это финальный выпуск в этом году, поэтому я собрал здесь одни из самых лучших подборок. Ну что, друзья, погнали окунемся в мир познавательного и интересного. В Саудовской Аравии начали возводить грандиозный горизонтальный небоскреб – Линия. Линия – это запланированный город в районе Неом, на северо-западе Саудовской Аравии, в административном округе Табук. Город должен стать умным, линейным и самым экологичным в мире. В нем не должно быть автомобилей и выбросов углекислого газа. Длина этого небоскреба планируется аж 170 километров, а высоту 500 метров. Здание Лотос вырастает из искусственного озера в центре Удзинь, Китай. Его архитектурная особенность состоит в том, что даже в летнюю жару в нем не пользуются кондиционерами. Мы с вами привыкли считать, что у восточных славян всего лишь три группы. Это русские, украинцы и белорусы. Но есть еще и четвертая группа, она маленькая, к сожалению, вымирающая. В общей численности носителей этой группы более 100 тысяч человек. Большая часть проживает на территории Украины в Закарпатье. Также представители этой народности присутствуют в Словакии, Сербии, Польше, Венгрии и даже Хорватии. А эта народность называется русины, а их язык называется русинский. Заметьте, что даже в самом названии отождествляется корень «Русь», поскольку русинский язык является прямым потомком Древней Руси. Самое отдаленное место на Земле – точка Немо, официально названный океаническим полюсом недоступности. Мыс Немо находится в 1500 километров от любой суши в любом направлении. Немо в переводе с латинского означает «никого». Ближайшие к мысу Немо люди – это астронавты на Международной космической станции. Кстати, в этом месте предпочитают топить космические станции и спутники. Змеиный яд – это самое крепкое пиво в мире. Оно содержит 67,5% спирта. Производится это пиво компанией Brewmaster на домашней пивоварне в Шотландии. Стоимость одной бутылки 0,33 мл – более 100 долларов. У статуи Свободы в США множество копий. Две 9-метровые копии статуи Свободы находятся на вершине Национального банка Свободы в Буффало, штат Нью-Йорк. Еще есть в Лас-Вегасе, множество во Франции и даже в Японии. Сильнейшее землетрясение в истории по количеству жертв – это Великое китайское землетрясение 1556 года. Тогда погибло, только вдумайтесь, примерно 820 тысяч человек. Акулы древнее, чем полярная звезда. Акулы появились 450 миллионов лет назад. Они – одни из самых древних существ, живущих на нашей планете. А возраст полярной звезды – каких-то 60 миллионов лет. Получается, акулы в 7,5 раз старше звезды. Самый быстрорастущий европейский город – это город Балашиха, город-спутник Москвы. По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, на 1 октября 2021 года по численности населения город находится на 36-м месте из 1119 городов Российской Федерации. Хотя Балашиха по прогнозам будет демонстрировать самый быстрый годовой темп роста в Европе. В ближайшие несколько лет, по сравнению с другими на мировой арене, она занимает лишь 768-е место. Популярность Ford Модель Т была настолько огромной, что за период производства с 1908 года по 1927 год было продано более 15 миллионов экземпляров. Вантовый мост в заливе Ханчжуань у восточного побережья Китая соединяет города Цзясин и Нинбо, является самым длинным трансокеанским мостом в мире. В Петербурге, особенно в исторических зданиях, часто встречаются полуподвальные помещения. Называются они сусоль. В переводе с французского – под землей. Эти помещения служили для тепла и сухости первых этажей. В более позднее время эта задумка входит в архитектуру многих стилей. Такие полуподвалы часто встречаются по всей Европе и России. Но я лично люблю посмотреть видеоролики про то, что Петербург откопали. Ведь мне, как и вам, тоже иногда хочется немножечко фантастики и поверить в Деда Мороза. Евразия. Самый густонаселенный материк. Здесь проживает около 70% населения всей нашей планеты. И здесь же расположены самые населенные страны мира – Китай и Индия. В Африке тоже есть самое-самое. Например, самый крупный разлом в земной коре – Рифтовая долина. Пейзажи здесь местами попадаются просто изумительные. Но все равно туристов сюда едет маловато. Представим всю историю Земли в виде одного года. Тогда лишь 18 ноября появятся первые наземные позвоночные животные. Динозавры вымрут только 26 декабря.
а человек появится и вовсе 31 декабря в 23:35. Самый малонаселенный регион России – Чукотский автономный округ. Население тут всего 48 тысяч человек. Отдаленный заполярный округ, связанный с остальной Россией лишь по воздуху и морю. Имеет площадь 737 тысяч километров квадратных, что больше территории Украины. Столица региона Анадырь с населением всего 13 тысяч жителей. Плотность населения этого региона всего 0,7 на квадратный километр. Фактически, это в 3 раза меньше, чем у ближайшего преследователя Ненецкого автономного округа. Рог носорога по своему химическому составу довольно близок к человеческим волосам или ногтям, гораздо ближе, чем, например, костям. Состоит рог в основном из кератина. Некоторые женщины анекдотично заявляли, что грудные импланты защищают от ножевых, а иногда даже огнестрельных ранений. Ученые из университета Юты решили протестировать их. И хотя они защищают не на 100%, силиконовые тити однозначно вносят свой вклад. Множество населенных островов на нашей планете представляют собой обжитые людьми вершины подводных гор или потухших вулканов, например, Гаити или Исландия. Вымершие обезьяны гиганопитеки были самыми крупными из приматов, когда-либо существовавших. При росте до 4 метров они весили до 500 килограмм. Самая высокая скорость автомобиля на суше. Энди Грин установил этот рекорд в октябре 1997 года в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, на автомобиле с соответствующим названием Trust SSC. Trust – первый автомобиль, преодолевший звуковой барьер. И его рекорд составляет сумасшедшие 1228 км в час. Что же, друзья, на этом пока все. С вами был Андрей. Ставьте лайк этому ролику. Подписывайтесь на канал, дабы узнать еще много чего познавательного и интересного. Также в конечной заставке будет плейлист на предыдущие выпуски рубрики «Это интересно». Благодарю вас за просмотр. А главное, друзья, берегите себя. Всем пока.